Ну а если ты хочешь учиться только на отлично, тогда успей поставить лайк за 3 секунды, считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребята, меня зовут Алексис, и у нас сегодня 8 крутейших игрушек, поэтому обязательно заряжайте лайкосик, но я желаю вам приятного просмотра. А первая игрушечка — это у нас Gun Sprint, и нам, ребятки, нужно подбрасывать наш пистолетик, а затем стрелять. Так, нам, короче, нужно, наверное, попасть в того стикмана, ребятки, да, который там вот внизу находится, и я, если честно, очень сильно хочу в него попасть, но мне не получается это сделать, но мы зато попадаем на X10, ребятки, и мы тем самым выигрываем. Окей, смотрите, подпрыгиваем и хедшот! Воу, ребятушки, вот сейчас было вообще реально очень эпично, мы с вами впервые подбили стикмана и заработали 10 тысяч. Серьезно, 10 тысяч в самом начале? Интересно, сколько тогда здесь пушки стоят, но пушки мы открываем, ребятки, только за пройденные уровни. Так, чем там попали в него? Мне интересно. И не, наверное, что, ребятки, мы не попали еще. О-о-о! А вот теперь попали, поэтому погнали. Ребятки, нам нужно продвигаться только вперед. И давайте на X100. А ну, бам, бам, блин, ну почти что. Почти что попали на X100. Ну, снова X10. В принципе, ребят, даже X20. И мы зарабатываем 2000 монет. Да, конечно, игрушечка здесь вообще, ребятушки, не жадная, грубо говоря, на монетки, да? Тут можно реально очень много монеток заработать. Так, и мы еще заработали 10 тысяч? Серьезно? И, кстати, ребятки, нам доступна пушка. Да, мы сейчас будем играть за новую пушечку. Конечно же, мы с вами ее покупаем. И давайте посмотрим, как она стреляет. Вау, это дробь, ребятки. Это мощный дробашек. И куда мы попадем? А ну-ка... X100? Серьезно, ребят, 60 тысяч мы с вами только что заработали. Это просто капец какой-то, реально. Очень много деньжат. Так, погодите, 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 погодите. Я хочу попасть в этих чувачков и есть. Ребят, мы это сделали. Мы даже сделали дабл килл с вами. Так, нам нужно идти вперед. Поэтому давайте мы это и будем делать. Не-не-не-не-не-не-не, давай, давай, в гору, в гору, в гору. Блин, к сожалению, ребятки, мы с вами упали и походу, что проиграли. А следующая игрушка — это у нас Body Boxing Rise 3D, ребят. Это у нас тоже новая игра, давайте будем, в принципе, с вами начинать. Я так понимаю, что мы, поедая огуречки, с вами уменьшаемся, поедая бургеры, мы с вами набираем массу. И в конечном итоге мы должны сразиться с нашим противником. Естественно, мы ее отдубасили, наверное, потому что у нас... была такая вот стройненькая фигурка, потому что наш противник, ну, мягко говоря, немножечко полнее нас. Да, чуть-чуть совсем он полнее, и мы потом танцуем победительный танец. Да, отлично, Виктори, мы зарабатываем наши денежки. Я заметил то, что мы здесь, ребятки, можем что-то прокачать. Давайте мы прокачаем тогда удар, да, отлично. А сейчас мы с вами будем именно набирать массу, да. Мы сейчас будем именно на массе, ребятки, сражаться. Так, ой, мы такие уже полненькие. Посмотрим, как легче. Когда мы на массе, либо когда мы стройные. Так, ну, ребят, я хочу вам сказать, что, в принципе, и так нормально. Смотрите, мы сейчас даже, наверное, еще дальше забросим нашего противника. 16 монеток мы заработали, и походу, что мы сейчас... О, ребятушки, вряд ли что-то с вами купим. А хотя нет, в принципе, мы чуть больше заработали. Мы заработали 32 монетки. Так, ну что ж, давайте мы тогда прокачаемся здоровье и погнали. Так, поедаем с вами яблочки. Я не знаю, конечно, что мне тут лучше набирать. Давайте лучше буду набирать массу. Так, а мы сможем туда допрыгнуть? Оу, щищ, мы не допрыгнули, ребят. Все-таки нам нужно быть очень стройными, чтобы хорошенько сражаться. Поэтому давайте мы лучше все-таки будем яблочки поедать. Да, лучше есть яблоки, чем вредный, ребятки, фастфудик. Так, перепрыгиваем, отлично, мы с этим справились. И мы довольно-таки стройненькие, подходим сюда. Вот, и сейчас накостыляем. Нет, все-таки, ребят, когда мы худенькие, мы тогда немножечко сильнее с вами. Да, намного сильнее. И так, куда мы забрасываем? На X15, в принципе, неплохо. И я хочу, ребятушки, еще одну миссию пройти. Еще один разок. Но на этот раз, ребят, я буду именно брать массу. То есть я хочу быть на массе. Так, но перед тем, как начать, мы прокачаем сами атаку, прокачаем сердечко. Ну и прокачаем доход тоже два раза. Так, поедаем, ребятки, эту картошечку. Ой, какая вкусная картошка. То есть, подождите, это максимальный вес, который я могу набрать? Так, но нам нужно было срочно, ребятки, вес сбросить. Так, мы тут набрали вес. И снова под конец мы, ребятушки, с вами набираем вес. Так, давайте мы его отдубасим. До свидания, чувачок. Вот это мы его, ребятки, зафутболили. Смотрите, а ну, на 15? Конечно, ребят, это даже у нас, в принципе, новый рекорд. А сейчас мы поиграем Imposter Bridge Rise, ребят, и погнали. Нам нужно собирать
красный цвет. Это, в принципе, мы будем с вами делать. А мы можем, например, пойти уже по прокладенному маршруту? Да, конечно, и мы просто, ребятки, украли, грубо говоря, все у нашего противника. Чего? Он, короче, две лестницы строит, этот зеленый. Серьезно? Зачем он это делает? Зачем он строит две лестницы? Лучше бы строил какую-то одну. Так, окейшки, ребят, мы с вами, в принципе, преодолели нашу первую миссию, грубо говоря, наше первое препятствие. Сейчас мы это еще все соберем. А, все, мы полные, ребятки. Так, мы здесь полные, давайте будем строиться еще чуть-чуть дальше. И, естественно, о, зеленый уже сюда к нам пришел в гости. Но тому розовому, ребятки, мы, конечно, ну, немножечко подляночку такую небольшую устроили. То, что мы забрали его лестницу. Отлично, ребят, и у нас первое место. Так, и мы полетели дальше, потому что первый уровень мы прошли просто на изи. Надеюсь, что второй будет немножечко сложнее. Тут мы еще можем даже скинчик поменять, ребят. Ну, здесь довольно-таки прикольные скины, но единственное, что они довольно-таки дорогие. Так, окей, побежали, ребят. Тут у нас уже плюс... Ой, ёшкин кот, нас еще столкнули. Тут, оказывается, еще толкать могут. Тут плюс еще один противник. Ну, хорошо. Вау, блин, ребят, нас снова столкнули. Вот это, конечно, не прикольно. Сейчас мы уже будем их сталкивать, ребятки. Так, давай. Опа, есть, есть. Вот как нужно делать. Отлично. И, кстати, посмотрите, сколько мы здесь можем всего собирать. Мы, наверное, все красное, что здесь есть, мы все можем аккуратненько собрать. Смотрите, как же круто мы их... Так, расталкиваем, и давайте мы выберем, в принципе, себе вот эту вот платформочку. Нам совсем немножечко не хватило, чтобы достроиться, ребятки, до самого конца. Аккуратненько, главное сейчас не наткнуться ни на кого, потому что нас могут очень легонечко сбить. Ладно, давайте мы лучше... Ах ты ж, блин, ты зачем начал строить на моей лестнице? Я бы уже дошел, в принципе, туда, до второго этажа. Так, кто-то тут попадал, и мы это можем пособирать. Эти вот нейтральные блоки, да, мы можем их, ребятушки, собирать. Ладно, все, погнали тогда, ребятки, на вторую платформу. Тут у нас уже зеленый, смотрите, ребятки, раскомандовался. Давайте мы его тоже собьем вот так вот. Собираем наше красненькое. Так, все, мы пока полный, и давайте вот мы зелененькое тоже это заберем. Отлично, мы, ребятки, попали сами на третью платформу. Тут их получается уже 4, да? 4 платформы, и сейчас, наверное, будет еще зеленый тут возле нас бегать. Но я думаю, что мы, ребят, все равно должны сами выиграть, потому что тут тем более одна лестница. Угу. Так, все, отлично. И зеленый, вот и зеленый пришел к нам в гости, да? Ну, короче, ребятки, нам нужно его немножечко вот так вот сделать, потолкать и пособирать нейтральные блоки. Это мы сейчас с вами сделаем. Давайте мы его еще разочек столкнем. Так, получай, как говорится. И все, ребят, я думаю, что, в принципе, этого должно нам хватить, чтобы выиграть, да, и взять снова первое место. Следующая, ребятки, игрушечка очень крутая и залипательная, называется Slice It All. Мы уже ранее играли с вами в эту вот игрушечку, но очень и очень давно. Смотрите, так, ребят, мы должны аккуратненько это все тело порезать, ну уже, да, ёшкин кот. Так, ну отлично, в принципе. Это, ребятки, неплохо, не так, конечно, как мне хотелось бы. Ну уже, давай, разрезай эту штуку, да, ёшкин кот. Еще совсем немножечко, так, отлично, шарик мы разрезали, теперь карандаши аккуратненько можно порезать вот так вот, ребятки, и на X4 мы попали. Ну ладно, X4 тоже неплохо, у нас здесь 28 тысяч монет, мы, наверное, можем, ребяточки, с вами купить что-то новое. Да, давайте мы посмотрим, что бы мы купили. Ну, мы можем купить себе только вот такой вот, ребятки, нож, какой-то другой немножечко, да. Кстати, сюда был добавлен, ну, магазинчик, потому что раньше, ребят, магазинчика в данной игрушечке не было. Смотрите, как эффектно мы это все разрезаем, просто очень эффектно. Так, теперь тут у нас маленькие столбички поставались. Так, давай. Опа, есть. И на 50. Блин, мы попали на X3. Капец, конечно же. Так, о, это что-то новенькое. Апельсинчики. Раньше, ребятки, тоже такого не было. Ладно, оставляем пока их. О, вот что я, ребят, люблю. Вот это я просто обожаю. Смотрите, как мы сейчас это все разрежем красиво. Просто мега круто. И еще разочек так же самое постараемся сделать. Да, отлично, мы это сделали, но, к сожалению, не до самого конца. Так, шарик тоже мы разрезаем, ребятки. Ну, посмотрите, так все эпично, знаете, смотрится. Прямо очень эпично. Такое ощущение, что мы какой-то шоколад с вами разрезаем, да? Есть у вас такое вот... как бы впечатление. Так, давай. Прям до самого конца. И есть. О, это что такое, ребятки? Это что-то тоже новенькое. Как круто, блин, это было. Ребят, как же круто это смотрится. Так, тут у нас наверху шарики. Да, я их заметил, что они там есть. А сейчас, ребятки, мы с вами карандашки. Блин, я думал, что мы карандашки немножечко попилим. Но нам не получилось, ребят, это сделать. Так, ну-ка, выполним еще несколько миссий. Кстати, друзья, может быть, вы знаете какие-то прикольные игрушечки? Просто напишите об этом в комментариях. И обязательно в них... поиграю. Так, все, разрезаем это все дело. И это мы тоже, ребятушки, разрезаем. О, трубы.
минус трубы. Так, это у нас что? А, это у нас чекпоинт. Так, карандашики. Ну-ка. Оу, щищ, блин, как же, ребятки, неэффектно мы разрезали те карандаши. Ну, хотя бы мы яблоки разрезали немножечко эффектнее. Так, мы попали на X3. Ой, либо на X5. Что там было? X5, наверное. О, наковальня. А что, наковальню можно разрезать? Ребят, реально, можно наковальню было разрезать. Вот это, конечно, у нас мощные, конечно, лезвия, очень мощные. О, карандашики, очень эффектно тоже смотрятся, очень эффектно разрезаются. И, ребятушки, давайте мы уже дойдем, наверное, эту миссию до конца и будем открывать новенькую игрушечку. Я, по-моему, если я не ошибаюсь, когда-то давно, наверное, несколько месяцев тому назад, ребят, снимал видео про эту вот игру, исключительно по этой игре. Ой, кстати, ребят, у меня к вам есть такой небольшой вопросик. Если вы смотрите это видео именно тогда, когда я его залил, то хотите ли вы пойти в школу? Потому что, ребят, ну еще буквально совсем немножечко, там каких-то дней, ну, короче, грубо говоря, неделя, и нужно уже будет идти в школу, да, и мне вот интересно, соскучились вы уже по школе или нет? Возможно, вы уже смотрите, ребят, это видео, когда, ну, допустим, оно уже вышло там неделю тому назад, может быть, даже месяц тому назад, и, возможно, вы уже, ребятки, давно ходите в школу. Ну, а если, грубо говоря, вы смотрите это видео в тот же самый день, когда я его выпустил, тогда просто напишите, хотите вы пойти в школу или не хотите. Ну, а если вы, конечно, уже его смотрите, ребятки, потом, уже позже, то просто напишите, или школа вам еще не надоела. А следующая игра, это у нас My Friend Pedro. Ребят, и тут нам нужно, наверное, стрелять как-то, да? И теперь, ребят, нужно нам разобраться в управлении, как же здесь что делать. Так, ну, походу, что я начинаю, ребятки, понимать, как тут нам нужно передвигаться, но немножечко, единственное, что неудобно, да, чуть-чуть неудобно. Так, и, наверное, что вот сюда вот нам нужно пойти, отличненько, мы это сейчас разобьем, конечно же. Так, и куда это мы пойдем? Ну, давайте мы, наверное, пойдем сюда вот. Так, тут у нас подсказочка, как нам нужно сделать. Так, теперь вот сюда вот, и, ребятки, вот сюда, отлично. Так, теперь нам понизу снова пройти нужно, берем бананчик. Так, я хочу забрать этот банан. О, привет, привет. И мы его замочили. Вот это было, конечно, эпично, ребят. Очень эпично. Так, ладно, идем повыше. Идем еще выше. Но, если честно, игрушечка реально прикольная. Но только мне кажется, что на телефоне играть в нее немножечко лучше. Так, отлично, мы их замочили, ребят. И, в принципе, я вижу то, что мы прошли с вами нашу первую миссию. Да, мы сами это сделали. Так, ну что ж, давайте тогда пройдем еще одну миссию. Так, получай. Сейчас нам нужно запрыгнуть в гору и сделать вот так вот, ребятки. Бам! Вот это был даблкил. Это был просто мега мощный даблкил. Так, теперь подпрыгиваем и, грубо говоря, в воздухе, ребят, мы сейчас подобьем их. И второго тоже. Все, получи и распишись, как говорится. Так, теперь мы тебя уничтожаем и запрыгиваем, ребятки, вот так вот. И бам! Бам! Супер, просто супер. Так, немножечко, конечно, мы не в ту сторону прыгнули. Так, вот так вот. Да, ёшкин кот, вот сюда вот прыгай. Вот сюда вот прыгай. Молодец, молодец. Так, а сейчас куда? Ребят, сейчас нам нужно идти вот в эту вот сторону. Нужно как-то этот ящик отдвинуть. Может быть, можно как-то его... А, его можно разбить. Да, отлично. Так, получи. Отлично. Ну, я не знал, конечно, что можно ящики разбивать. Но теперь, ребятки, я узнал об этом. Так, и мы снова с вами прошли, в принципе, нашу, ребятки, миссию. Честно сказать, та игра мне не очень сильно понравилась, поэтому я решил ее закрыть и открыть следующую. Это у нас The Catapult, ребятки, Clash. Так, и тут нам нужно, ребят, вспомнить, как мы с вами ранее играли в эту вот игрушечку. Так, тут мы должны отбивать нашу базу. Отлично, отлично, один кораблик мы практически потопили, ребятки. Но видите, я вот единственное, что немножечко, видите, не пристреленный еще. Я забыл, как тут нужно, под каким углом стрелять. И вот сейчас, мне кажется, будет прям идеальное прямое попадание. Так, это у нас, ребятки, уже шестой день идет. То есть продолжается у нас здесь борьба. Так, давайте мы, может быть, сначала... Так, стой, погоди. Вот этот вот шар подобьем. О, есть, мы это сделали, ребятки, мы сами молодцы. Так, и теперь нам нужно подбить еще эту вот малюсенькую лодочку. Так, все, и лодочку мы, в принципе, тоже, ребятки, сами подбили. Так, так, теперь вот сюда вот запуливаем. Ай, ешкин кот, еще совсем немножечко, и мы бы, в принципе, попали по нему. Ох, как хорошо. Так, по ворону, ребят. Ворон, это, в принципе, наш бонус. То есть, когда мы попадаем по ворону, мы зарабатываем немножечко денежку. Так, хорошо, пушку мы, в принципе, уничтожили. Теперь данный корабль, получается, там может только из лука стрелять, парниша, и все. Так, ой, он в нас практически, ребятки, попал, а вот сейчас мы его, грубо говоря,
уничтожили. Но день еще на этом, ребятки, не закончен. Не-не-не-не-не-не-не. Не так-то просто. Так, ну сразу мы шар подбили. Шар, если честно, немножечко легче, ребятки, попадать в него. Так, опа, маленькую лодочку. Мы тоже, грубо говоря, уничтожили и шестой день. Че, выполнили, да? А, последний, ребятки, последний, кого нам нужно уничтожить? Ой, подплывает чувачок с ТНТ-шечкой, ребят, нам нужно срочно его остановить как-то. Так, давай, ёшкин кот, трошки сильнее, нужно, наверное, так, тут уже перелет, немножечко перелет, ребят, главное, чтобы они к нам не доплыли, ребят, эти вот чувачки. Так, ну-ка, о, блин, почти что попал, ребят, если он к нам доплывет, будет, наверное, мега мощный какой-то взрывчик, а мне бы этого, конечно, очень сильно не хотелось. Есть, поэтому мы с вами его уничтожили, и мы можем, ребяточки, с вами постараться выполнить еще одну миссию. Это у нас уже день 7, но мы уже более-менее научились, ребятки, с вами стрелять, поэтому уже будем более точнее целиться. Так, все, получай. И теперь еще этого вот малюсенького, который прям к нам тут подъезжает, мы сейчас его уничтожим вот таким вот образом. Все, просто скинули на него, скидываем на него балласт вот такой вот. Ребят, ну-ка, да ёшкин кот. Вот так вот может или как? Да, есть, отлично. Вот именно так нужно было, ребят, сделать. Так, получай. Прямое попадание. Это просто вообще мега топово, ребят, было. Так, теперь мы еще разочек туда. И еще разочек вот в этот вот шар зафутболиваем. Так, чуть сильнее нужно, ребятки. Вот, наверное, вот таким вот образом. Да, отлично. 7-й день, ребят, мы пройдем, наверное, чуточку быстрее. Мне лично так кажется. Это мое такое мнение. Так, одного мы, грубо говоря, потопили чувачка, и бум, сейчас еще второго, ребятки, и со вторым мы тоже разобрались, и по ворону, ребят, блин, по ворону, к сожалению, не попал. Так, хорошо, давайте теперь подобьем эту штуку, сразу, ребятки, нужно крышу сбить у нее, давай, опа, блин, а сколько-то раз нужно попасть? Нужно, наверное, она уже быстрее переплывает, ребят, вы видите, тогда, получается, она медленнее плыла, так, чуть-чуть не попали туда, куда нужно, и ёшкин кот, есть, все, наконец-то, ребят, 7-й день тоже закончен. Ну а сейчас мы, ребятки, поиграем с вами в Бравл Старс. Первую катку я сыграю за Макса, и у нас здесь, короче, есть роборубка, ребят. Ну, пока этот режим нам доступен, давайте мы в него, в принципе, поиграем. Кстати, ставь лайк, если ты любишь играть в Бравл Старс. Так, нам нужно, в принципе, сохранять, наверное, наш сундук, да? Угу, от роботы. Вот, роботы уже, в принципе, начинают, ребятушки, на нас нападать, и мы будем потихонечку отбиваться. Первого робота я уничтожил. О, это была первая волна. Серьезно? Это было довольно-таки легко, конечно же. Так, далеко не отходим. Нам любой ценой нужно защищать наш ящик. О, вот, боксер какой-то нападает. Ну, давай. Мы сейчас его тоже, ребятки, уничтожим. Да, это было, в принципе, довольно-таки легко. Вторую волну мы с вами тоже пережили. Ой, тут уже стрелок. Да, тут уже побольше чувачку нападает. Так, ну, мы тоже его, ребятки, остановили. Еще, в принципе, ни разу. А нет, уже немножечко пару раз ударили наш ящик. Ну, ладно, ничего страшного, ребятки, в этом нету. Так, и еще чуть-чуть, и сейчас мы добьем. Так, приближается большой робот. Вот это, ребятки, в принципе, то, чего мы должны с вами опасаться. Вот с этой стороны он приближается. Так, и давайте его будем мочкарить. Ребятки, мочкарим. Так, берем еще нашу способность и стреляем. Так, все, мы сейчас его уже, в принципе, уничтожим еще совсем немножечко. Так, он сейчас, ребятки, будет стрелять. Скорее всего, мы с вами спрятались. И давайте мы его так вот аккуратненько добьем с вами. Так, все, отлично, мы его, ребят, с вами уничтожили. Да, практически, наверное, мы, ребят, это сделали. Потому что мы молодцы. Так, и еще совсем чуть-чуть. Давай. Так, ребят, я надеюсь, что вам на заднем фоне не слышно, как то, как я клацаю, грубо говоря, мышкой по экрану. Ну, мышкой, ой, мышкой по экрану. Точнее, клавиатуры, ребятки. Я надеюсь, что вам не слышен звук клавиатуры на заднем фоне. Так, робот подошел и начинает, ребятки, бомбить наш сундук. Мы должны его остановить. Так, мы это, в принципе, сделали. Так, ребятки, 12 секунд остается. Не, ну я хочу вам сказать то, что мы реально красавцы. То есть мы уничтожили того одного единственного робота, у которого был небольшой шанс, ребят, покромсать наш сундук. И, в принципе, ребят, смотрите, 87%. На 13% был поврежден наш сундучок. То есть я считаю, что это просто мега круто, ребят. Мега крутой результат. Давайте мы сыграем сейчас, ребятки, в другой режим. Но единственное, я хочу выбрать себе нового бойца. Будем играть мы парные столкновения. Это, грубо говоря, карты, которые постоянно меняются. Так, ой, смотрите, какой классный режим. Ой, и сколько там много сундуков. Так, бежим за сундуками. Давай, резко их бомбим. Резко бомбим сундуки. Так, и они наши, ребятки, они наши. Ох ты ж, меня вынесли.
Вот это, конечно, быстро, ребята, произошло, очень быстро, но мой союзник еще пока что выжил, да, и отступил. Фу, это, конечно, очень жестко. Кстати, одна команда, ребят, уже проиграла так быстро. Но ничего, сейчас мы появимся, ребятки, сейчас я появлюсь, и будет немножечко легче. Так, давайте побомбим тут немножечко. Блин, вот единственное, что я вообще не заряжен, ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут еще робот. Тут, ребята, есть еще и робот. Так, от робота нам нужно убегать. Ой, он еще очень быстро бегает, ребят, этот робот. Может быть, мы сейчас его еще и одолеем. Так, а ну-ка, робот это банки, ребят. Робот это наши банки с вами. Так, хорошо, 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 идемте еще одну баночку возьмем. И можно, в принципе, этого робота преследовать. Давайте вот так делаем, прыжочек, так, прыжочек. И да, мы там, конечно, кого-то подбили, ребятки. Так, и эти баночки можно, в принципе, забрать. Давайте мы их заберем. Так, три баночки, супер, ребятки. И мы с вами, в принципе, выиграли, да? Неплохо, я счастлив, ребят, я счастлив. А сейчас, ребят, мы с вами поиграем мой говорящий Том. И посмотрите, вся... семья в сборе, ребятки. Мы с вами очень давно не играли в эту вот игрушку. Я знаю, что вот подобные игры вам нравятся. Так, ну что, в принципе, ты хочешь в туалет. Ой-ой-ой, как же ты, наверное, долго этого ждала. Ты тоже хочешь в туалет, поэтому мы тебя тоже отправим сюда. Так, и посмотрим, кто еще чем здесь занимается. Так, этот бы, ну, хотел бы поиграть, да, какую-то мозаику сложить. Ну, давай, 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 на, играйся тогда здесь вот. Так, а ты что хочешь? Ты вроде пока ничего не хочешь, да? Так, хорошо, а ты бы не мешал, ты бы хотела покушать, да, что-то? Ну, ладненько, давай мы тебя тогда на кухню как-то закинем, чтобы она здесь, ребятки, готовила, да. Ну, знаете, вот, чем больше здесь народа, тем как-то веселее. Также мы здесь, ребятушки, можем с вами какую-то мини-игрушечку поиграть. О, Фрэнк очень хочет в туалет. О, в принципе, отлично, туалет освободился. Да, можешь, в принципе, сходить в него. А ты хочешь поиграть с мячом? Ну, ладно, хочешь поиграть с мячом? Играй тогда с мячом, ребят. Так, ты готовишь блинчики... Ты уже сходил в туалет, а ты что хочешь, Томик? Ты хочешь, в принципе, разобраться, что-то посмотреть через стеклоувеличитель, ребят, да? Да-да-да, именно это он хочет сделать. Так, а что хочет делать наша Анжела? Может быть, она хочет попеть? Ладно, пусть поет. В принципе, ребят, смотрите, каждый занят своим делом. О, все, миссия выполнена. Что сейчас ты хочешь? Ты решила, что ты, наверное, грязная? Но давай, отправим тебя в душ. Покупайся немножечко. Да, помойся. Чтобы быть чистенькой. Так, тут у нас что, все хорошо. И, в принципе, Хэнк тоже наигрался. Отлично, мы выполнили за его, ребятки, задание. Так, что ты сейчас хочешь? Ты тоже хочешь помыться? Ну, давай, тоже можешь помыться. Так, ты что, просто ходишь? Ты тоже просто ходишь. И ты тоже, Томик, выполнил свое задание. Это либо Том, либо это Джинджер. Так, теперь он хочет поговорить с Анжелой. Ну, пусть они общаются тогда. А что будут другие делать? Так, это что такое вообще? А, это в песочке поиграться, да? О, точняк, ребят, это поиграться в песочке. Так, тут, в принципе, все. Ну, короче, ребята, они, походу, уже сделали все свои неотложенные дела, которые хотели сделать. Поэтому, ребят, я думаю, что на этом свой видосик я могу, в принципе, заканчивать. Но вы, в свою очередь, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.